Это прихожая темницы. Будь осторожен. Два робота хотят сделать бомбу. Маленький Вудбридж. Это толстый Булидж и длинный Втулидж. Они в детстве издевались надо мной и устраивали мне гоп-стоп. Спокойно, без паники, Вудбридж. Ничего не бойся, мы выберемся с тобой из всех ситуаций. Спасибо. Они заметили меня. Попался? Ну вот, твое место в тюрьме. Осмотрись, маленький Вудбридж. Братан, дай закурить! Надо сделать ему сигарету. Возьми туалетную бумагу и ту зеленую траву. Забираю траву и заодно заберу этот вентиль. Он же нам понадобится, верно, дрон? Да, маленький Вудбридж, молодец. Нам обязательно этот вентиль понадобится. Но теперь подумай, что нужно сделать дальше. Думаю. Я высушу эту траву на лампе. И в инвентаре соединю бумагу с травой и сделаю для этого заключенного сигарету. Молодец, маленький Вудбридж. Мыслишь абсолютно правильно. Создавай сигарету, но помни о том, что курить это вредно. Спасибо, братан! Забирай мою руку, она тебе поможет. Бери его руку и засовывай в эту норку. Заключенные испугались. Засовывай руку в следующую норку. Нам нужна крайняя камера слева. Там находится сейф. Попробуй еще раз. Злобная робомышь не дает тебе засунуть твою руку-манипулятор. Следующий попробуй норку. Видишь сейф? Там швабра на нем. Тряси его. Трясу! Теперь забери швабру, она нам понадобится. Швабру ты соединишь с вентилем и сделаешь ключ, и сможешь выбраться отсюда. Молодец, ты молодец, что отдал руку этому заключенному. Ты очень добрый, маленький Вудбридж. Да, я добрый и позитивен. Я собрал вентиль. Открывай люк. Йоу! Нам нужно вправо, маленький Вудбридж. Я хочу снова их напугать. Зачем тебе это нужно, маленький Вудбридж? Просто это очень забавно и смешно. Опа, здорово, пацаны! Ну что, напугал? Да, это было весело, я хочу еще раз. Опа, привет, я скоро вас освобожу. Я думаю, ты их не воодушевил, а вот точно до смерти напугал. Отправляйся в правую локацию. Хорошо. В крайней локации сейчас будет люк наверх, и там будет робот-охранник. И в следующей локации нужно его обмануть и выбраться отсюда. Спасибо, спасибо, процессор-дрон.